Вчерашний пост про кота просто взорвал мой директ, комменты. Ну, нет, у всех, конечно, мнения разные, но один комментарий меня просто поразил. Написала девка, что я, когда обстригла своего кота, он у меня сдох. Лучше бы ты сдохла. Тем, кто переживает за кота, не переживай, с ним вообще все супер, он точно такой же, как и был, нет у него никакой депрессии, он на меня не в обиде, он точно так же кушает, пьет, валяется, вылизывается, балдеет, одним словом, вот.